К этому событию активная молодежь Чувашии готовилась целый год. И вот уже совсем скоро в Заволжье в шестой раз откроется молодежный образовательный форум «Молгород». С 4 по 8 июня он пройдет на базе отдыха «Буревестник». Свежий воздух, палаточный лагерь на берегу Волги, насыщенная образовательная программа, спортивные и культурные мероприятия, ведущие эксперты из Чувашии и других регионов, возможность напрямую пообщаться с первыми лицами республики – все это форум «Молгород». Для молодежи республики уже стало традицией начинать лето с участия в нем. Именно поэтому девиз шестого форума – «Молгород навсегда». Образовательная программа этого года включает в себя 5 площадок – «Инфопоток», «Технология добра», «Арт-квадрат», «Ты предприниматель», «Новая реальность». Кроме этого, будет функционировать выставочный центр научных, технических и культурных достижений молодежи и дискуссионная площадка «Открытый диалог». Впервые участники форума смогут сразу же применить полученные знания на практике, разработать и презентовать свои предложения по концепции развития города Чебоксары и празднования 550-летия столицы. Еще одно нововведение – конкурс на лучшее оформление места проживания делегаций с призовым фондом 30 тысяч рублей. Участников форума ждут соревнования по различным видам спорта, а в культурно-развлекательную программу войдут яркие музыкальные фестивали и дискотеки. Также в один из дней состоится летний кубок КВН Чувашии.